В жизни Международного гуманитарного университета важное историческое событие. У студентов вуза негосударственной формы собственности появится возможность учиться бесплатно. С одной стороны, это решение – высокая оценка деятельности университета Министерством образования и науки. С другой – кропотливый труд всего коллектива учебного заведения во главе с его президентом Сергеем Киваловым. А главной особенностью нынешней вступительной кампании в Международном гуманитарном университете – материале наших корреспондентов. Пожалуй, самая необычная вступительная кампания в Международном гуманитарном университете в самом разгаре. Абитуриенты со всех регионов страны начали регистрировать электронные кабинеты, а это значит, что совсем скоро они смогут пополнить студенческую семью вуза. В 2021-м впервые в истории вуза стать его студентом можно абсолютно бесплатно. Для получения образования европейского качества предусмотрены бюджетные места. Хотелось бы отметить, что в Международном гуманитарном университете есть очень хорошая новость для абитуриентов, для школьников и их родителей. Впервые, благодаря усилиям президента Международного гуманитарного университета Кивалова Сергея Васильевича, в Международном гуманитарном университете появились бюджетные места. И все школьники, абитуриенты, которые поступают в 2021 году, имеют высокие баллы, могут прийти в Международный гуманитарный университет, в приемную комиссию, подать свои документы и поучаствовать в широком конкурсе. Я хочу вам сказать, что на протяжении 19 лет Международный гуманитарный университет показывал очень хорошие, высокие показатели в отношении качества образования. И в этом году Министерством образования и науки Украины принято решение, а всего 5 учебных заведений могут претендовать на бюджет, и один из них – Международный гуманитарный университет. И все школьники, еще раз повторюсь, которые имеют высокие баллы, могут на все специальности в Международном гуманитарном университете претендовать на бюджетные места. В приемной комиссии Международного гуманитарного университета рассказывают, чтобы стать студентом и поступить на бюджет, нужны не только высокие баллы внешнего независимого оценивания, но и первый приоритет. Так у абитуриентов появляется больше шансов поступить в вуз на выбранную специальность. Также в университете напоминают, что подача оригиналов документов в вуз начинается 14 июля. Сьогодні в Україні стартувала вступна кампанія 2021. Вперше в Міжнародному гуманітарному університеті є бюджетні місця, тому абітурієнти, які мають високі бали, можуть подати заяви не тільки за кошти фізичних та юридичних осіб, а ще й за кошти державного замовлення. Тому ті абітурієнти, які бажають отримати місця за кошти державного замовлення, необхідно прийти до приймальної комісії Міжнародного гуманітарного університету. Наголошую на терміни про те, що до 23 липня необхідно прийти до приймальної комісії, подати заяву та подати обов'язково оригінали документів. Особливо підкреслюю, що необхідно в заяві встановлювати пріоритетність. Тобто, якщо ви вважаєте і бажаєте вступити до нашого закладу, то пріоритет має бути один. Важно отметить, что бюджетные места появились на всех специальностях университета. Напомню, Международный гуманитарный университет готовит специалистов по следующим направлениям: медицина, фармация, медсестринство, стоматология, право, международное право, менеджмент, маркетинг, филология, международные экономические отношения. В Международном гуманитарном университете на факультете лингвистики и перевода на специальность 035 филология в этом году для лучших выпускников, для лучших абитуриентов с самыми высокими баллами ЗНО предоставлена возможность обучаться абсолютно бесплатно, получить специальность филолога, переводчика, учителя двух иностранных языков и литератур за государственные средства. Мы приглашаем самых лучших абитуриентов, студентов поступать в Международный гуманитарный университет на факультет лингвистики и перевода и приобрести самую востребованную профессию на сегодняшний день. По инициативе президента Международного гуманитарного университета академика Сергея Васильевича Кивалова впервые в этом году мы имеем возможность набирать наших абитуриентов на бюджетные места. Мы предлагаем следующие специальности. Это право, международное право, менеджмент, маркетинг, туризм и отельно-ресторанное дело. Ждем всех абитуриентов с самыми высокими баллами присоединиться к дружной семье Института права, экономики и международных отношений.
Новость о возможности обучать за счет государства для МГУ особенно важна с учетом того, что это университет не государственной формы собственности. Впрочем, даже контрактная форма обучения не отпугивала ни абитуриентов, ни родителей. Сюда идут за базой знаний, которые можно будет применить практически во всех сферах жизнедеятельности. Последние годы, например, большой популярностью пользуется Одесский медицинский институт Международного гуманитарного университета. Начиная с этого года, будущие медики также смогут обучаться бесплатно. Медицинское образование всегда было элитным. Доступность его была достаточно низкой, потому что платное обучение и Международный гуманитарный университет тоже как частный вуз мог оказывать эти услуги для студентов только на платной основе. С этого года Международный гуманитарный университет может предоставить доступность для талантливой молодежи, для обучения на медицинских специальностях, медицина, стоматология и фармация за счет бюджетных средств. В университете напоминают и о творческих специальностях, у которых есть вступительный экзамен. Он состоится сразу после окончания подачи документов в Международный гуманитарный университет. Из-за этого у поступающих возникает большое количество вопросов, как правильно подать документы и ничего не упустить. На эти и подобные вопросы отвечают специалисты штаба абитуриента 2021. С 1 по 13 мы ждем каждого, кого заинтересует наше направление и возможности получить образование, высшее образование, бакалавр и магистр в области музыкального искусства. Мы приглашаем на приемную комиссию и хотим напомнить, что творческие конкурсы, которые будут сразу же после 13 числа, проходит в очень сжатые короткие сроки. Для того, чтобы узнать все подробности, пожалуйста, звоните по телефонам приемной комиссии и приходите непосредственно на консультацию, на сдачу документов. Мы ждем каждого. Напомню, что приемная комиссия Международного гуманитарного университета работает без выходных с 9 до 18 часов по адресу Фонтанская дорога, 33. За более детальной информацией можно обратиться по телефону 048-719-8838.